Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Пожилой дед, привет, Рэй, привет, пожилой дед. Так, ну что, взгляд в будущее. Поехали. В вашей колоде зеленая угроза, полно приемов. Так что выиграть будет нелегко, ведь за противника играет много оборонцев, которые повышают их стоимость. Может, начало игры с тремя единицами солнца и с тремя мозгами поможет? Вот не знаю, поможет или нет. Так, я играю за кого? За зубостизилу, получается, да? Если там оборонцы против меня, ну да. Чё-то я даже не знаю, ну-ка. Блин, а по... Ну вот что вот они мне дали, вот скажи мне. Вот как я тут уже? Ну хорошо, ладно. Ладно, допустим, мы сейчас сделаем вот так вот. Мне кажется, надо в первую очередь, если он собирается оборонцев выставлять, то да, надо бомбить. Блин, у него 4 энергии. Хм, та-та-ра. Ну давай. Та-та-да, я тебе сейчас устрою та-та-да. Хм, стоит ли применять? Оу. Так, ну чтобы он, наверное, эти яйца не... Я даже не знаю. Блин, я не знаю даже, что сделать. Так он яйцо выкинет, да? Ну давай, короче, сделай вот так и вот так. Понятно, сейчас яйцо выбросит. Куда только, в каком направлении. Ага, ну здесь мы его еще и разнесем, отлично. Так, алоэ. Минус яйцо, нормально. Во-во-во-во-во. Оборонцы пошли. Оборонцы, оборванцы. Не знаю, как их назвать еще. Нам надо, наверное... Блин. Три. Ну давай я его сюда смещу, что ли. И сделаю вот так. 6 в лицо, понятное дело, но... Да какой вызов, вы что, ребята? Эй! Какой вызов, Хэри Бэдди? Нет. Нельзя в данный момент вызов делать. Блин, неужели на земле надо уничтожать всех, а? Получается так. А-а-а, я не могу. Ёк-макарёк, и что делать? Ну, жесть, а. У него, видишь, еще одна единица энергии. Что он может тут лупануть? Прокачать зомби. Ну, конечно же, ребят. Ну, конечно, прокачать зомби. Мне придется, наверное, их на следующем ходу. Что мне придется? Мне либо алоэ выставлять, ребят, либо я не знаю, что еще делать. Алоэ надо выставлять. Понимаешь, зачем? Алоэ и вот так вот делать. Это специально. Друзья, ну это по-другому не назвать. Что он делает? А что так борзо-то? Прям вообще борзо он начал тут. Видимо, что-то у него там лежит. Кукарекало этот явился. Блин. Он идет ва-банк, да? На тебе. Пандопола. Эту я трогать, наверное, пока не буду. Угу, вот он что делает. Поменял, ладно.
Это тоже нам пока не надо. Алоэ у меня еще есть. Алоэ плюс это. Упс. Упс, друзья мои, вот это да. Что делать-то, даже не знаю. Так, родник потом будем использовать. Сейчас 6 в лицо, блин, прилетит. Как вот с этим-то справляться? У меня ни бомбы, ничего нету. А, во. Отлично, друзья, отлично. Живем, значит. На тебе. Мы еще вот так вот сделаем. Ага. Шикарно. Так, ну у него там оборонца, наверное, я так понимаю. Так, ну чтобы он здесь ничего, естественно, не применил. Сделаем вот так вот. И, наверное, еще вот так. Пока все. Наносит 3 единицы растению. Ради бога. Так, давай огурец. Легендарочки вытягиваем. Ну, нормально. Хорош. Да ладно, ничего типа нету у тебя, да? Типа у тебя там ничего нету. Ну, давай смотреть. Опа, опачки. 3 гаргантюа, ребят, как вам такой расклад? Ну, все. Все, ребят. Это, вот это, я тебе скажу. Это все сделано вообще специально, ребят. Ты посмотри, кто у него выпал. И еще и с этим, с мишенью. Ну. Молодцы, рандомчик мне устроили. Победа вот она была, ребят, вот в руках уже. И вот такую фигню делает игра тебе. Молодцы. Нашли, блин, выход из положения. Так, ладно, друзья мои, переходим. Разыграйте 2 растения на воде. Так, ага, вот у нас тут мишень. Нанесите 5 единиц урона героям, используя карту мишень. И вспышка на солнце. Ну пойдем тогда за вспышку, наверное, начнем. Так, вспышка. Подожди, это зомби у нас. Вспышка, вот. Поехали. Вспышка у нас, как обычно, ребят, на ягодах. Ничего я тут не менял. Ну, наверное, как-то так. Наверное. Первого хода, конечно, нету, это плохо. Вот, а, ладно. GP-макака. GP-макака. Так, ну что, на втором ходу поставим, наверное, сразу же вот этого. Или ягоду. Ежевику, там посмотрим. А может быть, грибы сейчас влепить можно будет. Ну, опять же, все зависит от того, на чем он играет, этот великанус. Какая у него колода, какая комба будет. Нет, что-то он там долго соображает. Ладно, пускай подумает. Я тоже подумаю. Как вот мне еще чернику эту реализовать? Не знаю. 5 единиц энергии стоит она.
Ну, давай попробуем так. Тут дальше смотрим. У него должен, по идее, должны быть призывы. По идее. 2-3, вот эти вот, я про них говорю. Либо какой-нибудь ландшафт влупит. А мне потом выбор. Либо ежевику ставить, либо тыкву. Блин, что-то он там выжидает. Давай сделаем так. Там посмотрим, на что он поведется. Но он уже, наверное, понял, да? Скорее всего, встречался с такой колодой, поэтому, мне кажется, наверное, понимает, о чем идет речь. Видишь, заморозку. Good well, Эйвен пишет мне. Еще одна ежевика, да, значит? Блин, плохо то, что ты против меня. Единственное, плохо, что... Наверное, я ничего пока делать не буду, ребята. Нету смысла. Все равно я этого завалить не смогу. А, он ставит еще и телепорт. Вот это вот фигово. Телепорт тоже, ребят, нельзя ему выдавать здесь. Мы можем ему 4 в лицо дать. Если он сейчас кого-нибудь поставит. Как-то не особо хорошо-то получается у нас здесь, а? Я бы даже сказал бы очень нехорошо. Я не знаю, кто там у него. Давай сделаю вот так вот. Угу. Вот так вот он решил, да? Вот этого чмошника, который сейчас написал там, удалим из игры вообще. Так, ну если он там думает, что ландшафт ему поможет, то я в этом сомневаюсь. Ну давай я сделаю так вот, попробуем. Так. И вот так. Мишень. Угу, и все? А, вот еще заморозка у него. Ну, ладушки. Надо вот с этим что-то делать. 4... Блин, фигня получается. Давай сделай так, наверное. И вот так.
Телепорт ставит. Окей. Шаман свой. Ну, это тебе не поможет, парень. Посмотрим, куда ежевика у меня бомбанет. Так, 5-2, да? А, 4-4. Вот это плохо, что она ударила сюда. Это плохо. Ну что, кукуруза, выходишь? Твой выход сейчас будет. Этих сносим. Даже так. Ну, погнали. Ага. Он имел эту карту, ребята, давно. Сейчас хочет на призывах сыграть. Посмотрим. Меняет. Заморозку. Давай, давай, давай. Главное... А, черника у меня не успеет, к сожалению, ничего сделать. А, у него еще одна такая карта. Черника, не успеешь ты, к сожалению, здесь ничего сделать. Угу. Так, 8 в лицо, хана мне, да? На это метится. Что я могу сделать? 2. 2 в лицо, да? Это 9. Блин, мне не получается здесь кое-что. Хотя, почему не получается? Если мы сейчас кое-что сделаем... Смотри внимательно. Если я, например, сделаю... Ну, к примеру, вот так вот, да? К примеру. И, например, вот так. А что я сделал-то? Ой, тупарь! Чё? Вот это я тупанул, друзья. Чё я сделал-то этим? Мне... Все, короче. Я сделал вообще чушь полную. 2 хп не снести, ну это смех. Ребята, это смех. 2 хпшки не убрать. Блин, чё же я так тупанул-то? Мне надо было через клубнику, наверное, бомбить в этот. По нему, да и все. А, там бы все равно не получилось бы он... С этим... Не очень хорошо, короче, получилось, ребят. Ладно, давай смотреть. Может быть, сейчас выкрутимся. Вот не в тему ты, парень, появился тут, если честно. Вообще не в тему. Давай так хотя бы что ли сделаем. Пускай он там стоит, кривляется. Угу. Даже так. Окей. Ну, он будет прокачивать этого охламона, я уже понял. Так, еще микс один выпал.
Ну, придется в лицо получить. А что делать, ребят? Ага, вот так вот. А видишь, что делает? Ты запарил уже, парень. Яйцо. Вот так даже. Ну, давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Ты серьезно? Ну, ладно. Нас выручит виноградинка. На следующем ходу должна, по идее, выручить. Во, тем более он вот это все тратит. Замечательно, вообще шикарно. Так, срабатывает защита. Мы... О, даже так. Даже так. Но об этом я только мечтал, друзья мои. Вырубаем с тобой это сейчас через... Нет, тогда немножко по-другому. Вот так тогда получается. Тайдарита тамс. Ну. Не, парень, это тебе не поможет. Давай, наноси. Трать. Отлично. Поехали. Бэм, бэм. Так, у нас... О, еще и черника. Давай смотреть. Так, что он там сейчас сделает? Три единички, давай, нормально. Как раз подало и освободил мне место. Угу. Поехали. Да, прокачивай свой зомби там сколько хочешь. Так, защита сработает, наверное, у него, да, сейчас, скорее всего. Угу. Так. Это нам не страшно. Давай прям в него. Отлично. Замечательно. Так, ну что, мы все сделали, как полагается. Так, нанесите 5 единиц урона героям, используя карту мишень. Разыграйте 2 растения на воде. Так, подожди, дай-ка подумать. С мишенью. Блин, а кто у меня... У меня есть на бесенке кто-нибудь с мишенью? Ага, вот эти вот есть, гаврики. Вот эти есть гаврики. Давай возьмем и попробуем именно нанести урон. А, там два растения на воде надо было сыграть. Блин. Да фигово. Так, 38 ранг, зеленая тень. Ну, что-то вы тут вообще... Что это? Что такое? Это вообще... Вот этого чудика... Ой, вот этого чудику я уже не помню. 1000 лет не брал. С какого перепуга он здесь взялся там у нас? Интересно.
Опять что ли не та колода мне досталась? Ну нет у меня первого хода, как ты понимаешь. Что, бусину будет пускать сейчас, да? Нет, ничего не стал делать. Давай вот так вот сделаем, посмотрим. Если он сейчас... Ага, вот он как. На бобовых. Все-таки, ребят, играет на бобовых. Кого он хочет сзади поставить? Вот что мне интересно. Давай сделаем так. Заморозка у тебя есть над грубей? Если ты на бобовых, у тебя должна быть заморозка на надгробий. А логично, друзья мои, логично. Вот. Есть, молодец. Так, ну понятно, что они здесь этого завалят. Тут уж ничего не сделаешь. Поехали. Угу. Так, ну что, этого выкидывать придется, ребят. Так, значит, да? Заморозка над гробом. Сколько он стоит, я не помню. Ага, вот он что делает. Иди отсюда. Ну, это понятно, срабатывает защита, это все само собой разумеющееся. Давай вот этого рикошет. Спасибо. Делаем так и сделаем так. Ой, нафиг. Ой, тупанул. Зачем ты его сюда поставил-то? Рэй, ну точнее, вот этого зачем ты сюда поставил? Он же... Он сдался. Он, друзья мои, сдался. Че, в плане? А, блин. Не то не сделали, да? Так, ладно, давай посмотрим по растениям. Кто у нас есть с мишенью? У нас с мишенью есть на орехах, я помню. Блин, что-то, ребят, опять что ли. А, у нас же на грибе есть, точно. Давай за гриб сыграем. У него же этот есть, гриб, который бомбит без остановки-то. Точнее, с мишенью. Ну, ты понял, про который я говорю. Вот этот гриб. Против разгрома, правда, это, конечно, не очень хороший вариант. Но. Слушай, два фруктовых микса, это очень даже неплохо. Да? Так, ребята, что делаем? Давай так попробуем. И так, наверное.
Не нравится мне вот этот уже подход его. Опять это пугало. Давай так будем делать. Угу. Что можем сделать? Вырубить вот этих двух, да? Поехали. Ну да, 10 в лицо, ребят, придется получить. А что делать? Йети призвал. Ну, прокачивает, окей. Самое интересное, что он сейчас здесь вот сделает. Защита, я жду защиту, ребят. Отлично. Так, пускай этот летит отсюда. Все зависит от того, кого он поставит, ребят. Вот, как говорится, уже на грани. Если бы у меня был бы сейчас капитан Боб, конечно, все было бы намного проще. Но, как видишь, проще не получается. Ну, то, что он усиливает, это ерунда. Понимаешь сам, да? Это тоже ерунда. Ну, до свидания тогда, получается. Ха-ха-ха, безумие. Парень, ты посмотри, стоит там безумие, лепит. На. Все. Расписали. Да, ребята, выполнили абсолютно все задания. Ну что, тогда на сегодня я буду закругляться. Жалко, конечно, что взгляд в будущее я не смог пройти, к сожалению. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.